Я узнал о премьере, я видел анонс фильма, еще трейлер, где-то месяца два назад. Вот, прикольное экшн-кино, есть даже юмор, и ну, классно, что оно такое. И экшн, и новогоднее. Интересно. Ожиданий, наверное, никаких, я ждал экшена, экшен был разный, и драки, и перестрелки, и на машинах всякие трюки. Не знаю, чего учат боевики. Наверное, добру, то, что надо как-то решать это все без драки, я думаю. Любителям жанра, тем, кто любит смотреть боевики, любит экшен, стоит идти. Я люблю Джанову, я вырос на нем, поэтому для меня это такой обязательный просмотр. Я думаю, что это все-таки его лучший фильм после «Без лица». Вот, потому что здесь, мне кажется, в Голливуде все, что ему мешало, это сюжет. Он наконец от него избавился. Это такое пиршество режиссуры. Вот, мне нравится и смашкат, и ритм фильма. Но это чисто такой режиссерский фильм. Там каждая сцена батальная снята изобретательно. В каждой сцене есть некая грань, которая развивает характер героя. Поэтому я думаю, что фильм, скорее всего, ну и может быть не будет иметь такого успеха у широкого зрителя, который любит эмоции, сюжет, но он станет культовым. Вот, в принципе, сам режиссер культовый. Но однозначно фильм снят, мне кажется, это небольшой для Голливуда бюджет. Неизвестные, по-моему, компании стоят за ним. И они рассчитывали, как мне кажется, судя по фильму, на фанатов Джона Ву, на фанатов жанра. Это такой чистый жанр экшена. И поэтому, ну, наверное, больше на мужскую аудиторию, за 30 даже, я бы сказал, которые помнят еще жанры такого чистого боевика и самого Джона Ву. Ну, это мое мнение. На премьеру фильма меня пригласили мои друзья, чему я очень благодарна, потому что, мне кажется, этот фильм мог бы пройти мимо моего внимания среди большого количества сейчас происходящего в кино, но первое, что хочется сказать, мстительности, но не совсем. Мне кажется, плохие люди должны отвечать за свои поступки. А тем, кто любит экшен, тем, кто любит боевики, тем, кто любит хорошее кино и тем, кто любит вникать в кадры, в операторскую работу, потому что я уверена, этот фильм очень понравится. Я трейлер не смотрел, но когда я увидел, что это снял Джон Ву, уже были какие-то впечатления, что это будет что-то связанное с красочным таким боевиком, с отличными поставленными сценами, и поэтому у меня было какое-то впечатление о фильме изначально. Мне кажется, фильм о безоговорочной родительской любви. Обычно, как бывает в голливудских фильмах, в конце, перед тем, как справиться с главным злодеем, главный герой передумывает, как-то уже по-другому, более гуманно относится, пересматривает свои, наверное, цели. Но в данном случае он все же проявил вот эту вот жестокость в конце фильма, это та его месть, о которой он так мечтал. То, что это безоговорочная, очень сильная любовь к ребенку толкает даже на такие вещи. Ну, мне кажется, даже не от 18, а от 21, наверное, я думаю. От 21 до, ну, наверное, 40 лет. Потому что во время даже просмотра фильма некоторые девушки примерно моего возраста моментами вскакивали даже. Бывали даже, были вздохи, когда были выстрелы. И я думаю, это фильм не сам для особо чувствительных людей. Все же нужно быть немножко готовым, что здесь очень много будет экшена, очень много экшн-сцен, поэтому мы, я думаю, нужно быть готовым. Поэтому, наверное, от 21 до 40 лет.